31-летний историк моды Александр Васильев был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Телеведущий попал в инфекционную больницу вслед за снимающейся с ним в программе 70-летней Надеждой Бабкиной. О госпитализации Васильева рассказала юрист Екатерина Гордон. «Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — пояснила она. «Я вовсе не паникер, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ». Ведущий программы «Модный приговор» подтвердил, что был доставлен в столичную инфекционную больницу в Коммунарке. У него взяли анализы на коронавирус. По словам историка моды, 5 апреля он стал кашлять. Постепенно поднималась температура до 38 градусов. «Я усиленно лечился бабушкиными методами, чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня», — рассказал Васильев. Увы, не помогло. «Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, она позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь. Благодаря ведущей программы здоровья ее коллегу положили в отдельную палату. Медики отсканировали легкие пациента и обнаружили двустороннюю пневмонию. Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим, самолетным пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день», — написал в Инстаграм историк моды. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминает космонавтов. «Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня 36,6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю. Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. Насыщение кислородом 98% из возможных 100. В окне красивое небо. Вербного воскресенья. Выберусь». Васильев опубликовал фотографию двух врачей, которые пришли к нему в палату. Телеведущий в последнее время находился в самоизоляции, он выходил на улицу только для прогулки с собакой. Искусствовед утверждает, что не контактировал с Надеждой Бабкиной, потому что по возвращении из Португалии отправился на карантин. Надежду Бабкину 5 дней назад из-за двусторонней пневмонии ввели в искусственную кому. Затем состояние певицы стабилизировалось. Лев Лещенко гневно ответил на обвинение Аркадия Укупника в том, что он заразил народную артистку России. Композитор извинился перед исполнителем песни «День Победы».